Танюш, спасибо. Все, я тебе должна дуэтик, спасибо. Напиши мне, как всегда, все по старой схеме. Только проснулась, а я уже проснулась давно, часов 9, все на ногах туда-сюда, приехала домой. Я у мамы ночевала, приехала домой, тут опять сыр-бор у меня собаки навели. А вот эти вещи, которые, я так и не поняла, эти вещи, которые на видео, это что? Танюш, но все равно я тебе сделаю дуэтик. А, не знаю, как сделать слово. Тут вот постоянно. Спасибо, Танюш. А мне вот видишь, цветочек, спасибо. Спасибо. Спасибо за огонечки. Нет, я не не Господи. Я просто Галя. Вот, я не Господи. Танюш, люблю. Посмотрю, что у тебя там на видосиках, и, короче, я это самое сделаю дуэтик. Роблокс, всех я замечаю. Практически всех, но всех совсем заметить не могу. Спасибо за... Евгений Титан, привет, он уже здесь. Да. Сережа, огонь, привет, привет. Таню, спасибо. А меня вот, а вот ребятки все интересуются, есть ли у меня вот парень, есть ли у меня вот парень. Да. Да, вот как-то, да, я просто второй раз не буду звонить, можно, да, я не буду вам звонить, не хочу. Вильям, спасибо. Да, я не надо, не надо. Танюш, спасибо. Танюш, спасибо. А, вот. И Саня вернулся. А я говорила, думала, что ты уже на мотике. Не знаю, Саня гоняется, вот. Нет. Да. Да почему? Я спокойно на эту тему разговариваю. Аля, привет. Ну, у нас тоже тепло. Спасибо за огонечки, ребятки. Так ты же тоже этот самый, ты же тоже агент. У тебя те же самые, ты тоже самое должен, да, знать. Нет, это не официально. Нет. Серёнька, спасибо. За огонёчки спасибо. Ну ты там же сидишь, ну ты там же сидишь, как и я. Люцифер, привет, дорогой.
Титан, ты же тоже самое сидишь, как и я. Одинаково. У нас один агент. У нас мы с тобой один модератор. Ну, а почему я должна высылать, а ты не знаешь, какие эти. А, самочувствие, ну, я не знаю. Нет, все то же самое у него. Ну и, короче, Анна, спасибо за стар, солнце, спасибо. Спасибо. А я так немножечко. Танюш, спасибо. Спасибо. Костя, скоро будешь в дверь проемной, не влезешь. Ребята, не забываем, подписываемся на новый инстаграм мой. Он указан у меня на страничке. А, лента есть, конечно, целая сеть их. Танюш, спасибо. Спасибо. Досик, спасибо. Кто это? Анна, спасибо. Сейчас посмотрю, я уже не эти силы не запоминаю просто. Так, Анна. Подписка у нас такого нету сейчас на данный момент. Но я люблю очень подарочки. Привет, Маковецкий. Привет, привет. Не узнал меня без грима? Анна. Очень нравится. Я просто вообще ликую. Особенно по коронам. Во, Маковецкий, во. Я прочувствовала и поняла, что... Пожалуй, мне лучше уйти на серебро и просто, да, и просто, потому что это нереально, это, я не знаю, это что, на каждое видео бус надо, короче, заказывать, так аж свои, короче, деньги сюда втюхить. Не, уж лучше на серебро уйти. Не надо мне этих 30 долларов. Да, проживу как-нибудь без них. Слушай, ну я к тебе тут заходила, что-то у тебя актив это самый, за 2 дня какой-то это. Надо, ты же такой парень видный. Миллион, конечно, миллион. Вот на миллион, а потом пластику делаю. Вот в лайки заработаю и иду, короче, на пластику. Там... Здесь увеличу, там, в следующем месяце. Даже не знаю, куда деньги девать. Миллион лайков. Не, ну миллион лайков у меня нет. Ты что? Да что-то, не знаю, не буду говорить, но я бы тебе предложила все равно, потому что так нельзя разговаривать. Это если бы ты ощутил себя с кем-то с другими, а вот, допустим, кураторами, ты бы почувствовал разницу. Марго, как, с кем пара? С кем? С кем именно? С кем именно пара? Одиночка. Ну, кто мы оба пара? Кто мы оба пара? Я просто не очень понимаю. Ой, спасибо, Маковецкий, спасибо.
Тебе Кость тоже передает, вот. Спасибо. Через 5 минут, кстати, сундучок. О, ты думаешь, Надежда, ты думаешь, я прям плотником занимаюсь этим? У меня другие забот хватает. Я не могу, короче, все время сидеть в лайке. Надо как-то это самое, в общем-то, и личной жизнью заниматься. Да. Мало собрала. Панк, спасибо. Чертенок, сейчас тебе сигночку сделаю. У меня одобрили, будешь смеяться. Я уже где-то 20, короче, на рассмотрение, из 20 только 3. Да. Добро пожаловать в команду, Маковецкий. Ну, я тебе, короче, давай, может быть, у меня не приняли, может, у тебя их примут, я тебе могу. У меня просто реально нету времени заниматься, много ребят пишут. Я могу тебе тоже скидывать их. Да. Ну почему? Некоторые с ножа едят. Назира, ну слушай, она такая колкая на язычок. Колкая-колкая. Видела в беседе, видела. Прочитала. Ну... Даже так? Да, я в Маковецке рассказываю. Да, ну, новости, конечно. Я тебе в личку напишу. А тебе дали, Маковецкий, этот значок, что ты агент? Да, даже не знаю, как буду шиковать на 30. Панк, спасибо. Сейчас тебе тоже сделаю сигнатику. Маковецкий, я вот не знаю, как мне распределить эти деньги вообще. Ну вот реально думаю, господи. Куда потратить $30, Кость? Да, зарплату. Куда? Да ты знаешь, я боюсь $30. А, еще 2. Я не могу полностью открыть сигну. Просто, Катя, спасибо за розочку, солнышко, спасибки. Ник. У меня тоже несколько аккаунтов, с некоторых я просто захожу, смотрю, а вот с этого, ну, как бы, ну, я это, ну, не знаю, я $30, конечно, у меня $30 в день трачу, $30. Пишет мне по поводу корон, пишет, но знаешь... Ну, ты богач, а я бомжиха, Маковецкий, не сравнивай. 300. А у меня 30, если на 7, это самое, сколько у нас? А,
Ну да, ну видишь, да, надо два аккаунта, точно. Тогда буду гулять на широкую ногу. Тогда буду не 30, а $60 в день тратить. У меня тоже один. Люцифер, спасибо. Ой, Юрочка, спасибо. Спасибо. Ира, спасибо. Не, не слышу, не прислушиваюсь. Бон аппетит. Анна, спасибо. Тиман, привет, привет. Я смотрю, у тебя это микрофончик появился. Анна, спасибо. Так. Хорошее белье – это хорошо, Юрочка. О, лисенок, спасибо за две розочки. Лисенок. Слушай, ну ты хочешь быть как вот тот, который я тебе кидала? Милка, спасибо за стар. Есть у нас такой очень сильно матершинный ведущий, это полковник ФСБ. Да. Постоянно. Ну? Нет. А я вот видела, я тебе могу скинуть его, но там реально отборный мат. Вот просто. И он сидит, и даже его никто не выгоняет, и ничего. Это нормально он ведет, и никаких... Ну, слушай... Ну, он отсылает в личку, а этот, видишь, как сказать. Мерлин, спасибо. Спасибо. Милка, спасибо, ты мне 12 бросила. Держи, я как чувствовала опять тебе. Мэрилин, спасибо. Я тебе, да, в личку скину, в личку. Куда я тебе могу его скинуть, если я так не могу тебе показать? Ну, короче, зайдешь, ты угарнешь вообще. Я его минут 40 слушала. Да, минут 40. Не модно, спасибо за 10 стар, спасибо. Ну, вон Нади, кстати, вела 12 часов с ночи. Чего, Люцифер, мама твоя не поняла? Вау!
Вау, спасибо. Ходьковый, так это почти мой сосед. Ёлки-палки. Лис, спасибо. Ходьковый от меня, кстати, недалеко. Нет, Ходьковый, это знаешь, это где-то... Это мне ехать, короче, минут... Ну, помнишь, мы в Радонеж ездили? Вот, ну, чуть поближе Радонежа. Вот. Милка, спасибо. Костя уже накидал. Вот. Не все деньги потратила на силикон, конечно же. Я живу на что-то. На силикон тратит, если есть... Если нет, но я рассказываю. На силикон тратит не последние свои гроши, а на что жить можно потом еще. Милка, спасибо. Вау, тут уже смотри, сколько у меня. Милка, спасибо. Анна, тоже спасибо. Парень, да, умный у меня, Маковецкий, это точно. Но ты знаешь, у него бывают, как говорится, на старуху бывает проруха. Милка, я... На тебя подписываюсь. Ну, вот у него недавно, вот можно сказать, моча в голову стукнула, так стукнула. Застарелая, да? Пожелтевшая. Я в Московской области, город Королёв. Ну, а до Москвы ехать мне 20 минут. Нет. Маковецкий меня спрашивает, Милка, спасибо, спасибо. Я на тебя подписалась, солнышко. Если на дуэтик, это надо 100 активов, если на дуэтик. Анна, спасибо тебе тоже. Все верно, все верно. Да. Но у нас здесь только одна такая. А живет это я. А я еще лучше по этот комментатор, ты посмотри. Не модно, спасибо. У нас нет такого здесь на трансляции. Короче, люблю я пописать, мне даже... Ага, да, я вот сделала, видишь, прикольный цвет такой, цвет красивый. Я имею в виду, что я столько много комментариев пишу, что меня уже даже наделили этим. Лучше, чем косы, да. Мама Маси, спасибо. 40 активов, подписочка, 40 активов. Да. Не модно, спасибо. Так. Да, не модно, спасибо. Ты меня штуку тоже кидал. Пиши мне в личку, я тебе... А, кстати, не модно, да, 100 активов и дуэтик. Так что, если это самое, то все. Сейчас еще получается 2 актива, и я тебе дуэтик должна. Вот. О, все, 100. Спасибо. Спасибо.
Грузия. Я ни разу не была в Грузии, но мне нравится Грузия. Мама, Мася, тоже спасибо тебе. Мерлин, чтобы на корону пойти, нужно иметь не фейковый аккаунт, но я имею в виду со своими личными видео. Вот, на К3, меня на К4-то не рассматривают почему-то даже ребят сейчас. Анна, спасибо. Спасибо. Да, Танюш, пиши, конечно. Москву пока не планирую, потому что я еще болею. Да, пока не планирую. Любимка, привет. Непонятно, полегче. То позавчера температура была, сегодня вроде нет, и вчера ее не было. Но еще такое состояние не выздоровело до конца. Вот. Сигночка от двух активов. Окей, Танюш, хорошо. Ты мне и про дуэтик не забудь написать. Ну, я, конечно, помню, что это я должна. Смайлок, да, спасибо. Батя, привет, батя мастер-шеф, привет. Я видела, ты в трансляции ведешь сам. Где там твои микрофончики? Да. Подделка. Смайл. Да, я вообще, конечно, то, что новые правила, реально, у меня раньше было, ну, как золотой микрофон, а вот сейчас и серебро, а в этом месяце вообще у меня осталось, сколько я сейчас скажу. Боже, мне надо 3200. Танюш, спасибо. Спасибо. Так, я Танюше еще, кстати, не сделала. Утки вообще не красятся, ребята. Анна, спасибо. Короче, мне за 3 дня надо сделать 3 400 бобов, чтобы мне была нормальная зарплата. Короче, даже 20 дней осилила в этом месяце. Смайл. Спасибо, тоже тебе спасибо. Спасибо, Танюш. Батя, золотую я не знаю. Мне кажется, сейчас вообще капец, что дают, не дают. Лично у меня даже на К4 ничего не дают.
А К2 вообще сейчас новые правила, и нужно там за $30 работать целый месяц, снять 100 видео. В общем, я уже сколько лайков молчу, это прям как будто сама себе целыми днями заказываю бусты и получаю зарплату $30. Ну, а смысл тогда такого напряжения, в общем, непонятно. А, за альтруизм? Ну, не знаю, я просто не альтруистка. За идею не любитель. Идейные вещи это не мое. Юлия, привет, привет, привет. Да не господи я, ребятки, я просто айс. Не надо молиться так на меня. Я вам, да. А, ну, бать, давай, если тематически будет это круто, но за тридцатку долларов я не очень готова. Лично я впаривать каждый день видосики. Как-то вот что-то не особо меня впечатляет. У меня просто и свои как бы дела есть. Батарейку купи. Новую. Бывает, что со старой батарейками уже такими не свежими. Вы так за меня не переживайте, за то, куда мне идти работать, и также, что мне делать. Я могу позволить вообще не работать. Если вы думали, что я на прям живу на те деньги, которые с лайка, ну, вряд ли это. Вообще, вообще реально и возможно. А, вот, ты будешь контент еды делать, я поняла, батя шеф. Вот, кстати, Костя у нас тоже кулинар. Спасибо. Мамба, привет, привет. Офигенно. Спасибо. Лиз, привет, привет. На интим фото, да нет, не подрабатываю. Вот. Но я думаю, что если вы в курсе всех этих дел, наверное, вы уже с детства свои гениталии где кому-то высылаете. Ой, спасибо за розочку. Спасибо. Спасибо. Конечно, озабочены. Мне, кстати, в личку пишут всякие дети. Скинь интим фото. Причем, да, дети. Да я себя считаю королевой. А? Он, батя шеф тебе пишет, что батл дружеский можно устроить. Нет, нет, с батей мастер-шеф по кулинарию, по кулинарке. Да. Вика, спасибо. Спанч, о, привет. Красотка, привет, привет. Чей-то дед, спасибо за огонечки. Саке, спасибо. Сейчас я отошлю в группе. Пиара сейчас нету, ребятки. Пиарчика нету, к сожалению.
Маме, привет, 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 привет. Муми, спасибо за стар, за два стар. Спасибо. Спасибо. Нет, не видела, надо посмотреть. Я просто думала, мастер-шеф, это у тебя просто такой ник, но не думала, что ты реально занимаешься кулинарным творчеством. Да? Спасибо, спасибо тебе. Красотка, спасибо тебе тоже. Уже вторая сигна, но видишь, они же все разные. Я же каждый раз в разном амплуа. Подписка за 40 активов. Мастер-шеф пишет, да, Гордон крут. Конечно, очень много злых людей, Танюш, это вообще. А вот как мне твой ник нарисовать? Давай это сердечки, я не знаю, как тебя нарисовать, чтобы тебе сделать сигну. Ты уже второй раз мне кидаешь, я вижу. Окей. Красотка, ну.